Всем привет! Давно меня просили провести эксперимент о том, как действительно реально работает маленькая китайская солнечная батарея на ярком уральском солнце. Сегодня как раз такая хорошая погода, 8 февраля 2017 года. Отличное зимнее уральское солнце. Сейчас я вам все покажу. Вот я приготовил два прибора. Один из них, правда, замерз. Здесь должно было показываться напряжение. Но нам оно, в общем-то, и не важно. Нам важен ток. Всегда, когда испытываем солнечные батареи, больше всего нас интересует ток. В данном случае у нас одна маленькая солнечная батарейка размером 100 на 80 выдает где-то 115 мА реальных чистых. Но это не на полном КЗ, разумеется, а на нагрузке. Вот она нагрузка. 4 резистора по 100 Ом, то есть 25 Ом. Можете пересчитать, сколько это получается, если мне не верите. То есть в зависимости от того, насколько ярче светит солнце, ток меняется. Вот сама батарейка. Так, вот она. Ух ты, ничего не видно. Вот она. Так вот она выглядит. Размер у нее 100 на 80 миллиметров. Вот она такая малюсенькая фигнюшечка размером. Даже меньше моей ладони. Уже качает на хорошем солнце 100 миллиампер. Ну, в зависимости от того, как ее буду двигать. Сейчас я попробую подвигать. Может сделать ток поменьше или побольше. 100 миллиампер – это если вот поймать самое такое качественное солнце. Вот, где-то сотка. Разумеется, если это мерить на полном КЗ, то есть ток, показания тока будут выше, примерно даже процентов на 30, но это будет нечестно, потому что в реальности такого не бывает. У вас все равно будет нагрузка. То есть 25 Ом – это действительно реальная нагрузка. Так что вот так коротко рассказал.